Вот это какие. Вот они все показывают вам. И тут можно все посмотреть, как вы под водой плавали, различные профили. Называется это компьютер для дайвинга. Специальный компьютер. Много очень данных разных показывает. То есть под водой используются вот такие вот штуки. Видите? Это когда в полной темноте, это специальные катушки. У дайвера она пристегнута. Где-то вот здесь. И если он где-то там лазит по пещере, или еще что-то исследует какие-то объекты, он привязывается к этой штуке. Это как ходовой такой конец. И может потом выплыть. Это как глубок. Что? Те, кто у нас ныряет,